Всем привет, с вами Роман, и сегодня хочу я поговорить о функциях ноутбуков, именно о функции закрытия крышки, и тогда ноутбук переходит в режим сна. Иногда нам эта функция не нужна, и я хочу показать, как ее отключить. Для этого нам нужно перейти в батарею, нажать правую кнопку мыши, выбрать электропитание, нажать настройка плана электропитания, именно на том режиме, которым у вас выбраны. Нажимаем. Переходим изменить дополнительные параметры питания. Здесь немножко ниже пролистываем. Ищем раздел кнопки питания и крышка. Открываем его. И нам нужно вот действие закрытия крышки. Выбираем его. И вот смотрите, здесь у вас от батареи и от сети. Изначально у вас по умолчанию будет выбран режим сна. То есть сон вот будет выбран. И то есть при закрытии крышки, как написано здесь, у вас будет ноутбук включаться сюда в сон. И иногда эта функция не нужна. К примеру, вот я ноутбук часто подключаю к внешнему монитору, либо же к телевизору, вот, и просматриваю фильмы. Для того, чтобы его можно было закрыть, чтобы он меньше мешал, нам нужно выключить эту функцию режима сна. Вот, вам нужно выбрать действие «Не требуется». Также я сделал это на батарее. Вот, все, в принципе, больше ничего не нужно делать. Нажимаем «Применить» и «Окей». Также рекомендую еще поставить здесь переводить компьютер в спящий режим. Ну, поставьте, выберите здесь никогда, потому что, возможно, это тоже может выключить ваш ноутбук в режим сна, просто из-за того, что вы им как бы долго не пользуетесь. То есть не нажимайте никакую кнопку. И, ну, отключать дисплей, это уже на ваше усмотрение, это мне нужно было просто. Ну и в принципе все, вы нажмите потом сохранить изменения, потому что я ничего не изменял, у меня все так и было. Нажмите «Сохранить изменения» и все, закрывайте это окошечко. И теперь у вас при закрытии крышки ноутбука у вас не будет он выключаться в режим сна, просто будет дальше работать. Также вы можете прослушать музыку с закрытой крышкой, то есть, ну, очень удобно в этом плане. Вот. Ну а если вы как бы часто пользуетесь, вам нужна эта функция, так же самое вы можете ее вернуть обратно, выбрать режим сна там, где мы это все выбирали. И ничего сложного, в принципе, в этом нету. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.